Есть. Что сделать? А он, подожди. Кого мы же снимаем? Давай. Шури. Это Володьки, я помню. Что, она вытащилась? Оттуда, вынимай, вовью снимай. Нет, я Володьки отдавала, не знаю. Что он сказал, нужно снимать? Вы слышали вообще? Да? Что он сказал? Идите сюда, типа, снимай. Нет, не Ботмана перепитаешь. Добре, да. А, я что? Дай GoPro. Я не знаю, где она. А, на, держи. Не, Ботман повернулся. А, типа они доходят с этой таким прогулочным шагом, реально. Ну, первую баррикаду сделали. Типа можно зайти. Ну, а что показывают два? Что ты показываешь? Типа можно заходить или что? Куда ты идешь? Пойдем, я прикрою. Пригинайся. Вот и самодельный. Он же кричал, заходи, заходи. Пошли. Ну, если там Ботман, видишь, ходит во все стороны, всего. Ну, все равно лучше. Немножко за меня зайди. Я иду прямо за тобой. Дымки. Хорошо. Кого? Мадмуазель, вам женщина заела. Ни за что. Кто? Ну вот, блядь, вон и Буба. Не знаю, куда прибежал, сказал, пустите сюда журналиста. Журналист прибежал. Я не вижу, контакт. Чего? Держи. Там 30 патронов. А больше нету? Сейчас там еще. Напейте полные, парни. Сейчас, подожди, не доставай. Дай 15 патронов. На. Возьми, пацан. Передай, пожалуйста. На. Майк. Are you kill some bastard? Слышишь, а это на стене рикошет? Пока не работает. Нет, там пятерка, ну некоторые, может, осколки, там все есть. Что такое пятерка? Типа 5.45, вот у меня. Или стало из автомата? Ну да. Москалибр 5.45 и М62 есть. И большой 12. А тут были какие-то люди на этой баррикаде? Ну, по нам стреляли, по крайней мере. Из баррикады именно непосредственно? Ну, кто знает. Так я не смотрю. До хуй. Видите, журналисты именно реально, думаете, лезут везде.